Всем добрый день! Я рада вас приветствовать у себя на кухне. Сегодня мы с вами готовим самую простую рыбку. Это минтай. Красивый. Видите, какой у меня. Так, я его хорошо, так как он был замороженный, я его разморозила и просушила. Конечно, надо за 15 минут до приготовления сбрызнуть лимонным соком, добавить соль и специи. У меня великолепный набор специй. Обычно я не сильно люблю специи, но у нас появилась очень и такой набор. Здесь лук, кунжут, горчица, морковь, кориандр, паприка, тамаринд, чеснок, мускатный орех, цедра лимона, лимонная трава, имбирь. В общем, такое количество вкуса, что я думаю, ничего не надо выдумывать, а просто надо добавлять эти специи. Запах, конечно, от них. Если есть время, надо так дать немножко рыбке полежать, чтобы она промариновалась. Так, добавляем сюда цельнозерновую муку. Мы не будем жарить ее в большом количестве жира, а запечем в духовке. Так. А сюда мы добавляем кукурузную, мелкую кукурузную муку. Она придаст нашей рыбке корочку. Посмотрите, какая красота. И выкладываем на пергамент шкуркой вниз. Руки мы помыли и ставим разогретую духовку до 180 градусов запекаться. Пока запекается наша рыбка, сейчас я поставлю. Можно немножко добавить растительного масла. Поставила в духовку. Так, дальше. Пока готовится наша рыбка, мы приготовим пюре. Очень интересное пюре. Я уже отварила картофель. За одну минуту до готовки я к нему добавила зеленый горошек. В чем вкус пюре? Видите, он должен быть сухой. Сухой, и тогда... Вот, мы сейчас с вами разминаем, но я не хочу сделать полностью совсем. Добавляем сливочное масло. И немножко оливкового. Теперь пробуем на соль. С вами попробуем, пока масло растает. Немножко надо подсолить, потому что горошек, он же свежемороженный.
Так, пробуем еще разок. Пюре получилось очень вкусное, насыщенное. Так, готово. Берем красивую тарелочку и сервируем нашу рыбку. Смотрите на наше пюре. Какая-то красота. И наша красавица рыбка уже готова. Посмотрите, какая у нее сочная, мягкая. Какая у нее шкурка красивая. И корочка. Выкладываем рыбку. Пару капель оливкового масла. И зелень. Я думаю, вам понравится мой рецепт. Пишите, подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь приготовить из простых продуктов очень интересные блюда. Добавляем немножко микрогрин. Все. Приятного аппетита!